А что, если плюс армор? Давай, бери на дуэль, дядь. Где дэмэдж, твой друг? Где твой дэмэдж, дядя? Ой, 84% смягчения, они просто нас не пробивают. Вообще не знают, что делать. 89, смотрите, 90 есть, 90% смягчения урона достигнуто. Вообще, смотри. Это жестко. Всем привет, дорогие друзья, и снова здесь мы сегодня встретились, и сегодня у нас новая видеорубрика «А что если?». А что если плюс армор? До какой степени можно наапать себе армор, чтобы противники вообще тебя не пробивали? Давайте посмотрим, что у нас с этого выйдет. Сейчас мы будем брать определенный пик персонажей, и мне нужно найти очень специфичного героя, на котором никто никогда не решается играть. А именно, это Визажистус Визажиус Визажиус. Я возьму, ребятки, я возьму Володю. Сразу говорю. Вот так вот сделаем. Володьку и Солар с меня. Вот так вот. Ребята, смотрите. В общем, моя задача в этой катке и задача моих тиммейтов крайне простенькая. У меня очень такой неприятненький персонаж для некоторых игроков. И я с ними согласен, потому что визажа никто не любит. И в целом, сегодня мы постараемся раскочегарить. Сейчас, секундочку. Медальку тебе. Я Солар сделаю. Мы постараемся раскочегарить наших персонажей настолько сильно по армору, чтобы тут было плюс 80, плюс 120 армора. И как, насколько это будет круто, мы сейчас посмотрим. Ну, вот такая вот тема. Ну что ж, ребятки, спасибо всем, кто поддерживает, спасибо всем, кто лайкает, кто смотрит мои видосы. Обязательно напишите добрый комментарий, обязательно. Прям вот сейчас, вот прям вот паузу ставлю игру, все. Тоже паузу ставь. Сворачивайся, ставь комментарий хороший, поставь лайк. Все, написал? Спасибо, мы продолжаем. От души тебе благодарю. И, конечно же, подпишись на YouTube канал и на мой ТГ-канал. Не забывай, YouTube канал поддержите, ребята. Топим на 50к, на 50к розыгрыш будет. Будем делать розыгрыш. Не забывайте, если уже 50к есть, на такие времена могут настать, что кто-то пересматривает старые видосы, уже там у меня 1080. Уже у меня там 1080. О, да. Я получил... Как там получается? Как говорится? Я получил власть, которая не снилась моему отцу. Все, пока. А можно я вот так видео снимать буду? Кто-нибудь поиграйте за меня. Блин, ну на самом деле... Уф, задача... Задача не из легких. Сегодня. Но там дамагера, это радует. Там три дамагера. Это гуд. Хорошо. В общем, ребятки, поехали. У нас сейчас предстоит жесткое противостояние. И мы будем душить. Я сделаю тут в этой в своей каточке Володьку. Володьку сделаю. Володька нужна будет для меня. Потом я сделаю Солар. Солар сделаю. Дазл сделает медальку. Сделаю Дазлу Аганим. Здесь у нас будет доминатор. Либо кто-то из вот этих ребят сделает доминатор, чтобы можно было взять лесного огра. И лич накидывает армор. Огр накидывает армор. У меня есть Солар, накидывается мне медалька. И у меня есть Кираска. Сделать тут нужно будет еще, скорее всего, что-то типа Кирасы Шивы. Но в любом случае должна быть Кираса Шива. Тут бы сейчас еще добивать крипов. Будет крайне тяжело добивать, потому что персонаж, у которого, в принципе, все очень плохо с ласхитом. Вау, у Рики тоже плохо все с ласхитом. Очень плохо. У него вообще 40 урона. Мне чуть полегче добивать. Можно попробовать на рейнджевого взять топорик. Чуть-чуть больше дэмэджа будет. Это будет хорошо. Так, постараемся. Аккуратненько. У нас тут соло. Соло. У меня уже 7 армора, как видите. Заряды. Снаряды, стройки, конечно, будут падать, когда нас будут атаковать. Но тем не менее. О, хорошо. Тем не менее. Давайте Рики попробуем переласхитить.
Я, наверное, фул тройку уйду. Даже без тол демеджей. Хотя можно и не уходить фул тройку. Вот так напишем. А, нет. Напишем. С Аксом, наверное, душанем потом. Я дасты возьму себе. Да, надо будет тут Рики поддушить. Потому что Рикимару фармить давать нельзя. Очень редкий гость. В целом у нас сегодня, вы заметили, да, персонаж очень редкий. Это визаж. На визаже очень редко кто садится играть. Все боятся этого героя. Максимально простой герой. Единственное, чем этот герой сложен, это его микроконтролем с фамильяров. Это действительно тяжелая вещь. Расконтролить фамильяров именно грамотно, качественно. Но и... тем не менее, как моя самая любимая фраза, визаж очень сильный герой. Сегодня мы попробуем использовать визажа по назначению, а именно по танкованию. А не как обычно собираться в керри, чтобы тащить свою команду. Это мы сейчас попробуем. В любом случае не делать именно в керри билд собираться. Но тут будет Кираса Шива. Много армора. Кираса Шива много армора. Рикимару такой крисит, конечно. Сейчас лайн поедет на него. Это плохо. Хорошо. Что у меня по крипстату? 13 крипиев. Я бы такой бы, если честно, сделал бы мидас. Потому что мне предстоит огромное количество артефактов собирать здесь. И я думаю, можно сделать мидасиус. Мидасиус. Давайте сделаем. Как раз скорость атаки поднимем себе, чтобы можно было добивать получше. Добивать получше. Эх, не добил ни того, ни того. Душу в двойку. Я, короче, гибридно раскачаюсь. Гибридную раскачку сделаем. Это у нас будет... это у нас будет 3-3-3, вот так вот. Хорошо. 3-3-3 раскачка будет. Гибридно раскачаемся, будет нормален. Очень много я начал пушить. Ну, давайте уже пушанем. Рики под тавером, если что, немножко позвоним. Очень много крипов прогуливаю. Тут он на ТП пришел. Снайпер, что ли? А, ес, нормально. Что меня решили убить, да? Вот так сделаем. Чуть на развороте поработаем, чтобы он сильно, как говорится, не втыкал на Рикимару, что типа его тут фулл фармит, да, фулл фарм, типа, у Рикимару. Чтобы он сильно не расслаблялся. Что он тут фулл фри стоит на богамах, бамбук курит. Так вот делай. Хорошо. Отлично. Есть такое дело. Манго пока не трогаем. Пусть будет. Мана нужна будет. Очень хорошо было бы сделать базилку. И фармить дальше. Но я хочу выйти в мидас. Если я беру дасты, по идее, я тут могу Рики сейчас убивать. Но что-то как-то меня жаба душит. Ну, давайте возьмем дасты. И еще манго. Можно попробовать. Сейчас Аксу напишем, он выйдет, если что, газанем. Должны забирать. Если что. Не добил рак. Да ты что? Да ты что? Гоу, смело, мне кажется, можем. Если что, тут, наверное, сейчас аккуратненько надо будет. Ага, вон оно. Сам я, мне кажется, Рики не убью. Но постараться можно. И там ребос, это кто у нас? Соло забрал он его? А, нет, со снайпером. Давай. Подеремся чуть-чуть. Хорошо, минус 2 блинка.
Но хп он мне так просадит. Сейчас некстовый его загул. Это, скорее всего, будет... Давайте вот так сделаем. Чуть еще уплотнимся. Некстовый загул. Это под фиссурой. Скорее всего, ГГ будет. Фамильяров поближе подводим. Если можно, гол попробуем. Но Рики тут под ногами будет. Меня, конечно, быстро разберут. У меня нет совсем ничего. Совсем ничего нету. ХПшек нету. До Мидаса чуть-чуть осталось. Мидас сейчас дофармить и будет хорошо. Отлично. Так, ну куры нету. Куры нету, это плохо. Но Мидас не сделал. Лайн хочу запушить и уйти. Опасно. Меня под фиссурой Рикимару убивает. Вот он, вот он, вот он, вот он. И не прыгнул, да? Видели эффект был? Эффект, я думал, он прыгнет. Ладно. Вставляем фамильяров, я пошел. На базу сбегаю. Вот так вот сделаем. Хотя можно не бежать на базу. Сейчас кура придет. Генис. Мидас максимально пригодится здесь в этой катке. Максимально. Мидас поздновато, ребятки. 8-я минута, но тем не менее. Он имеет место быть. Погнали. Хорошо, выйду. Они сами подойдут, пусть подходят. Агри, бро, ну ты чего? Сразу бы дал. Видишь же, что иду, да? Возьми до фиссуры, дай. Ну, протупил Акс сейчас. Протупил, конечно. Парми, иди. Парми, иди. Акс немножко сейчас не доиграл. Акс не доиграл чуть-чуть. Так, ну ладно. Фармим тогда дальше. От нас требуются сейчас артефакты. Мы их сейчас будем по чуть поднимать. Надо перетащить фамильяров вот сюда. Сделаем вот такой кружочек. Медаль есть. Хорошо, одну медальку сделали. Ну, теперь упирается все в мой, конечно же, жесткий фарм. Жесткий фарм упирается. Жесткий именно фарм, потому что нужно фармить люто. Девятая минута, никто не дерется. Ничего есть. А что такое? Кто там? Моих фамильяров тушит. Блин, я опустил фамильяров. Ладно, нормально. Акс, давай, брат, пожалуйста. Что у нас как-то не получается с Аксом сыграться, если честно. Вообще не понимаю, почему. Вообще не понимаю, почему. Хорошо, зацепил я его. Туши, туши, бей, не бойся. Да бей! В чем проблема, друг? Ай, жесть. Немножко не понимаю. Что не так, бро? Хорошо. Расконтрили. Что-то с Аксом сегодня не то. Вообще что-то не то сегодня с ним.
Спит, наверное, еще. Спит. Парнишка спит на Аксе. Ладно, ничего страшного. Магнитные бури, во! Кстати, можно сделать на раннюю стадию Транквилла? Почему нет? Эй, а что меня убило? А, ульт аппарата, ля, я забыл совсем про него. Совсем забыл про него, жесть. Сижу тут, чатюсь, рофлю. Не хватает Акса немного в игре, именно... Ну, блин, я не могу играть на всех героях. Вот я на какую роль не сяду, я идеально эту роль отыгрываю на видосах. Не знаю, почему так сложно на Аксе выйти поагрить немножко. Но, видимо, для парня немножко это проблематично. Ничего страшного, может, наверстаем. Может, наверстаем, не суть. Вот то, что я сейчас в таверну отлетел, это очень плохо. Это очень плохо. Снайпер там армлетовый будет. Фарма очень мало. Так, это надо мне в любом случае базил. Давайте сделаем транквил на раннюю стадию. На раннюю. Пусть будет у меня 23 армора пока с пассивочкой. Пассивочкой. Так, дазлу аганим сделали. Хорошо. Ну, можно будет по чуть начинать уже работать сейчас. По чуть активничать. Чуть активничать. Next Кирасу сделаю. Кирасу. Хорошо. Го подеремся, наверное. Гидрако. Вот сюда, наверное, сейчас в мид выйду. Давайте сейчас некстом сделаем Володьку. Вообще желательно стигву еще иметь. ТПшечку. Давай вот так вот сделаем. Хорошо. Так, у меня кнопка по-любому сейчас будет нажиматься. Алхимику точно ГГ. Ну я раздамажу тут. Жесть, мне ману только подливай, я буду тут убивать троих и четверых. Такой герой. Такой герой. Но алхимика там сразу убили, потому что там айсбласт залетел. Очень сильная кнопка. Против алхимоса. Ну пойдет. Двоих забрали, это и то хорошо. Так, фамильяров брать или нет, вот это другой вопрос. Ну давайте возьмем, пофиг. Потом пересоздадим. Сейчас сделаем Володьку. Ух ты. О-о-о, все, Акс поплыл у нас, да? Ну, это понятно было, что с Аксом что-то у нас не то. У него и 0-2, и он что-то сам потерянный по себе. Что-то он выйти, походу, захотел. Ну ладно, сейчас попробуем Дазлу помочь. Дасты сразу кидаем. Помогите. Дазлу сразу сейчас кидаем. Вернее, вот дасты сразу за медло на Рикимару и фамильяров на Рикимару. И все у нас получится. Все у нас получится. Ну, жалко, что мы остаемся без... Без второй важной роли. Здесь две важные роли. Это Визаж и Акс. Две важнейшие роли у нас в этом видео. И ребята, как обычно, подставляют меня. И приходится писать опять за 3, за 4, за 5 игр. Это, честно, выбивает очень сильно из колеи. Я тебе помогу. Убегай. Если что, креста накинет. Играем. Я не буду рейд делать. Пофиг на него. Буду... Как-то, вот, я не знаю, ребят, как, вот, честно, уже видео, наверное, 8-е подряд не получается записать с первого раза. Вот, вот такое вот, постоянно. Не знаю, печально как-то все это. Но не суть, ладно, у нас сейчас задача, это помочь своему Дазлу. Тут максимум, что будет, это Патронус, 300 урона, да, и тут Рикимару с руки, 200 урона, это 500 хп. Есть у нас кресты, у меня есть замедло. Есть дасты, все есть, сейчас просто фамильяров направляем на ПК. Сразу юзаем дасты, юзаем замедло и поехал. И можем на развороте еще по идее подразобрать. Еще по идее подразобрать можем на развороте. Ну, жалко, конечно, что вторая важная роль здесь, этот второй танк у нас выходит. И под вопросом у нас видео становится. Ну, кикаем, что делать. Давай, давай. А я-то теперь за что? Это что?
Это что вообще? Жесть. Я тоже повис после его лага. Что это сейчас было, я вообще не понял. Вообще не вкурил, что это сейчас произошло. Почему у меня повисло после этого? Это какой-то лаг-хак, может? Может, это какой-то лаг-хак? Да нет, вроде он в сети. Очень странно. Ну, плохо. Что могу сказать? А такое, такая катка должна была быть, да? Такое интересное видео. Ну, сорян, видимо, нет. Так, ну я арты с него забираю. Дасты я забираю. Володьку надо сделать. Володьку сделали. Володька есть, 30 армора имеется. Володька есть. Да ты что? Ты меня убивать собрался? Меня не убьешь. Жесть, но меня крипы уже в принципе ласкают. Но это крипы. Я под Володькой еще. Жалко, что Акс вышел, но типа придется тогда команду всю просить, чтобы меня. Вот сейчас не понял, почему. А, все. Окей. Из-за хитбокса не видел. Почему-то есть некоторые проблемы у нас. Ну, теперь сатаника можно сделать, даже армор дает. Жалко. Очень жалко, ребят. Так, ну гол доминатор тогда. Поясняю, зачем. Нужно огра взять с леса. Будем бафать еще армора себе. Тогда огра с леса. Доминатор сделаем. Так, давайте там, вон он, ага, стоит под тэшкой. Прям под тэшкой можно зайти. Смотри, уходит. Че, вард стоит тут, что ли? Или у тебя третий глаз? Ну, ясно. Третий глаз, походу. Походу, третий глаз у пацана. К нам идут. Надо уходить, бро. Давайте сюда сделаем такое. Мидас не могу кинуть уже миллион лет. Погнали. Дазла пытается убить. Дазл там набафанный. А, ну все. Уже не набафанный. Ну, короче, мы поплывем из-за того, что у нас чел ливнул. Я так чувствую. Проблемка небольшая. Там без визажей я не пойду. По миллиардчикам. Визажи. Без визажей не пойду. Это кринж. Это кринж, ребятки. Так, есть доминатор, по идее. Так, еще армора даешь. Очень скучно, очень пассивная игра. Химик фармит, мы фармим. Нам нужно вместе собираться и что-то делать. Но они нас расплетуют просто. Расплетуют. Так, есть, гоу домик. 40 армора имеется. Сюда фамильяров заведем. Смотри, я только отошел Рикимару. Идет сразу. Еще юзай дасты. Ой, дасты. Диффуз. Еще диффуз юзай. Где мой... Огр. Агрона надо. Станбруйкера. Станебруйкер. Our warriors have engaged the enemy.
Хорошо, ну, бафай. Бафай, бро. Хорош. Отлично. Вообще не пробили, чуваки. Так, погнали. Это у нас погоня за местным хулиганом. Хорошо. Хорошо, вот, ну, какой геймплей, да, получается у нас? Армор лютый, 43 армора, сейчас возьмем еще пару кнопочек и жесть, как будет люто. Ну, на самом деле, уже люто чувствуется, что персонаж прям непробиваемый. В меня прыгает, пытается убивать, но ничего не получается. Люто, люто. Так, солярку сделать желательно, да? Слишком много грязи у меня в слотах получается, надо... разделить полномочия с тиммейтами, потому что если я сейчас еще и солар буду делать, это вообще не очень будет. Кирасу сделаю. Кирасу. А лучше сразу Шиву сейчас. Шиву, наверное. С маной проблемы, чтобы с маной проблем не было, наверное, Шиву сделаю. Хорошо. Сюда Курота шлем. Наверное, Шиву сделаем, ребят. Давайте попробуем. Почему нет? Рики в миду. Эх, там вообще ЕС не в тему. Надо подпушивать. У меня 42 армора. 52 армора, добрый вечер. Вот здесь, посмотри, есть там огр, нет? 52 армора. Уже 52, блин, не везет немножко с крипами. Нужен крип особый. Нужен огрик. 52 армора, это вам не шутка, типа. Ну реально. Это вам не шутка. С хостой, да? Я лесок. Отойдем. 52 армора сейчас сделаем. Еще чуть-чуть арморчика. Благодаря огрику. Шиву. Шиву и next кирасу. Но я, получается, чисто танковат. И дамажит со второго. Не иначе. А дэмэдж у нас это алхимист. Алхимист это наш дэмэдж, по сути. Тут задача была на этом видосе простая. Максимально простая. Акс у нас это танк. Я танк. И все. Мы просто наводим танкование лютое вдвоем. Да, агры, там все вот эти кнопки. Ну а команда, конечно же, продолжает тушить. Помогает душить, выразимся так. О, вот этого чувака. По КМам просто. Ты сейчас с ума сошел? Мом еще нажимает. А, жесть. У меня ничего толком нету, чтобы убивать, но я убиваю за счет фамильяров. Скорости атаки, которую я бафаю себе. Ну и Шива сейчас будет. Шива, которая даст мне силу земли и армор. Он уже, в принципе, у меня этот армор есть. Нужно найти чувака теперь. Под никнеймом Огур. Никнейм Огур. Как тебя зовут? Огур. Чувак. Да не везет мне что-то. Не могу. Огра надо. Огра нету нигде. Шива имеется. 57 армора. Это еще без дазла. Еще без дазла. Ни медалик, ничего нету. Солара нету. Есть медалька. Солар. Вот
Так, напишем. Решите, кто апнет, и погнали. Можно мид идти. Смело. Бафаемся, дазл бафает, и гоу. И гоу. Солар, ребята, апнут. Так не могу огра найти. Хорош. Хорошо. Если честно, немного скучновато, да, ребят, идет? Я чувствую, прям не хватает актива максимально. Реально не хватает, очень скучный геймплей. Эх, прикинь, ушел на блинках. Печалька, ну го, у нас алхимик еще такой немножко, знаете, не актив, он просто фармит, вот он в миду вот так вот встал, вот просто и стоит в миду. Не понимаю немножко, почему. Не хочет он немножко с нами подраться. Не хочет подраться. Вот сюда отведем фамильяров. Так, у меня тем временем еще армор появляется, да? Еще можно один плейтмейл купить. Это на кирасу будет. Что там имеется у нас тут? Огр. Мне нужен огр. В чем проблема, блин? Да ты посмотри, нет огров. Огров нету, не завезли. Гоу, я хз. Хотят. И тут нету ничего. Это вообще какой-то кринж. Если честно. Фамильяров не будем подводить. Сейчас они будут убивать. Ага, 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 ага. Вижу всю ситуацию. Вот так вот, вот это. Ладно, вот это. Кидай, бро, я подстаню. Хорошо. Хорошо. Туши. Лего сейчас реснется еще. Армора, просто там 80 армора, дядь. Ой, 84% смягчения. Они просто нас не пробивают. Вообще не знают, что делать. Я ору. То есть 90. Очень люто, конечно. Гоу. Очень жестко. Армора просто нереальное количество. Армора просто нереальное количество. Все ребята бы все еще успевали накидывать, да, там образно. Дазл сейчас пробафал. Это жесть. Я пушить буду. Мне тавр ничего не делает абсолютно. Тавр ничего не делает. Кирасы делаю. Хорошо. Жесть. Это, конечно, мощно. Это, конечно, мощно. Все диспелит. Давай, бери на дуэль, дядь. Где дэмэдж, твой друг? Где твой дэмэдж, дядя? Где твой дэмэдж? Блин, у меня, конечно, МС-а не хватает. Гоу, у нас армора жопой лопой. Вообще без шансов у них тут. Вообще пофиг на эти товара. Что происходит? Почему нам так пофиг? Вообще не чувствуем их урона. То есть, ну это круто. Это круто. Плюс 80 армора визажу дуэль дает. Так, можно мне кирасу? Все. Стримера надо дать дуэльку. Точняк. То самое чувство, что дуэль стримера здесь только руинит. Ну это жестко. Круто, ребят. Реально круто выглядит. Но надо вот тут замену делать. И будет намного красивее. Намного красивее будет. Рефреш надо.
Медальки есть у нас. Солар есть, хорошо. Солар есть, обычный медальон у нас тоже есть на личе. И нужен огр. Где огры? Да где? Где огры? Что это такое? Где огры, я не понимаю. Огров нет. Вообще нет огров. Что это такое? Что сегодня все против? Эх, просто что это такое? О, ну наконец-то. Ну наконец-то. Хорошо, вот он фулпак. Хорошо. Вот это уже другое дело. Гол. Я танкану. Меня забафаете. То есть у меня армора 82. И это еще без солара, без медальки и без ультимейта дазла. Просто 84% смягчения. Жесть. Хорошо. Хорошо. Соточка, арморчик, поехала. Соточка, арморчика, ребятки. Вопросы. Соточка, арморчика. Соточка, арморчика, не хотите ли? Соточка, арморчик, побегать. Мне так-то вообще, по-моему, пофиг на всех. Вообще, по-моему, пофиг. Жесть. Соточка тупо. Я помогу, если что тут. Жестко, блин, у меня опять 100 арма. Я пошел под колыц, короче, чекать. Гоу чекать. Кто там хотел со мной разговора? 100 армора сюда? Вообще пофиг, дядь. Побьешь на аппарате? Вообще, смотри. Это жестко. Это реально жестко. Жестко. Ну что ж, первая катка у нас получилась немного блин комом, ребятки. Но, тем не менее, мы достигли здесь соточки армора. В любом случае, это засчитано. Но контента в этой катке конкретно не было вообще. Снайпер вообще щекотун какой-то. Чё за дела? Конкретно в этой катке контента, к сожалению, не было. Не было контента. Не было такого, чтобы меня там толпой пытались убить, да? Простанем. Лэпнем. Че, Лего в меня ультовать будет? Чекайте, Лего ультанул в меня. Чувак, дэмэджа нету от тебя. Что вы делаете? Это у меня еще плюс 50 армора всего. Но я тут все равно умру, потому что я под тучей. Но тем не менее. Это жестко. Это жестко. Давайте бубацк нажмем. К сожалению, надо бубацки нажимать. Хорошо. Я тут, чуваки. Огра там еще где-то я потерял. Хорошо. Жесть. Ребят, ну первая катка у нас вот такая. Были некоторые моменты, что показано жестко. Блин, вообще посмотрите, какой армор. И это еще без бафов. 120 армора мы здесь достигли. Но сейчас мы сделаем замену. Нам нужен еще акс. Акс в игре. И посмотрим, насколько будет круто. Поехали некстовую. Итак, ребята, у нас некстовая катка уже завелась, и мы готовы уничтожать всех, кто станет на нашем пути. Но, конечно же, чтобы об нас убивались. Но не суть. В общем, та же самая стратегия у нас выфарма. Все так же фармим, постараемся сделать все через медасы. Медасы, медасы, медасы. Это хорошо, Рики, это отлично. Прекрасно. У нас, в общем, добавился Акс. Это у нас вот второй слотик, Аксевич. Это будет хорошо. Все, ок, вы чё?
Вот так вот распишем. Перебиваем, апаемся. Ребятки, не забывайте поддерживать видосы лайком. Буду благодарен, если будете помогать чуть-чуть, конечно же, продвигать видосики. Лайк поставил. Хинадису вставил. Что? Ладно, сори. Так, Тинкер абсолютно не подходит под наши комбинации. Нужны дамагеры. Вот тут тоже, вот тут нужен дамагер лютый. Морту. Го. Или Найкса. Вам керри нужен. Вот так вот напишем. Забайтим пацанов, может пикнут. Вам керри нужен. У них, смотрите, тут магия. Магия нам не нужна. Плюс армор нам нужен, чтобы четко лег... О-о-о! Идеально. Идеально. Идеально просто чел взял. Красава. Красава, четенько взял. Отлично, лучший. Смотрите, в общем, наша задача то же самое. Опять у нас сейчас будут... Будут чуваки закидывать все кнопки визажа, как парень на этом, да, на леге, дает дуэльку, и дэмэджа вообще нету. Но не суть. Короче, смотрите. Все то же самое, что было в прошлой катке. Ребята также тарятся, также собираются. Только нужно, чтобы было все четенько, активненько. Погнали, разминать, я рейнджевик. Надо поразминать немножко. О, золотишко. Сейчас, подожди. Так, монетку он и не взял, да? Давай, давай. Должны забрать, дядь. Хорош. Таракан помешал. Жесть, ну пойдет. Старт, конечно. ФБшка в нашу сторону, акс на плюсах. А, ну ФБшка на алхимике, и мы так. Так, и то тоже там подфитили. Печалька. Опять Рикимару у меня внизу будет стоять. Опять внизу Рикимару будет стоять. Я не удивлюсь, если это этот Микош с фейка перезашел и тоже хочет плеить. Так, у меня лайн простенький. Главное фармить. Если я буду фармить, будет очень хорошо. Тараканов кидает меня на подкормку, что ли? Спасибо, спасибо, брат. Спасибо, ой. Так, армора надо. А то армора мало. У визажа очень мало армора. Он сам по себе такой безарморный персонаж. Но это баланс. Это называется баланс. Это конкретно называется баланс. Игровой. Называется игровой баланс. У меня лайн, походу, постоянно подпушенный будет. И, возможно, они будут еще и загуливать. Если будут загуливать, у меня есть единица. Единицы, я просто отлетаю. Так, ну вот это плохо. Я сейчас умру, скорее, я тут даже уходить не буду. Я что здесь умираю, что здесь вивер наперед побежит. Меня здесь вытеснят. Ну, мне нужно, чтобы вот тут у меня два актива было. Вы можете актив, если что? Меня под товером убили. Пацаны спят, стоят. Мне не, вообще нельзя тут экспу терять. Там стоишь, фармишь. Я хз. Я не могу раздамажить, мне нечем дамажить. Нечем дамажить. С руки я не убиваю. Я двух дамагеров сейчас не потяну. Мне хелпа просто банальная. Небольшая хелпа нужна и все. Немного хелпы на... Но вот вторая катка, да, тяжелый старт пошел. Тяжелый старт. Ну, и с хилочку сбить, просто must have. Давай, я потуплю, типа я тупой. Потом кидаю тебе кнопку, и мы тебя убиваем. С аксом. Ну, ограни его, ты что ты стоишь, дядь? Хорош. Ну, пойдет. Не фарми. Мне и так золота нет. Надо двойку, срочно. Экспы нет. Но это временно, я думаю. Временная сложность. Потом, когда начнем раскрывать. Вивер бежит уже. О, боже. Хорошо. Хорошо, перегазовал. У меня очень активная внизу линия. Мне нужно уплотняться. Берем тогда сапог. Нужно сапогом бегать тут. Хорошо. Вивер грязи делает. 3-1 вивер, да, на фижена уже. Ладно, справимся. Две смерти, не страшно. Мне главное экспу здесь брать. Сапог.
Стик, ТПшка, хилка. Все, погнали. Пойдет. Очень активно пацаны играют. Но Легу забрал, это хорошо. Двойку сейчас еще раз возьмем. Походу Мидаса раннего тут не будет. Четвертый левел Вир, это тоже плохо. Все, что берется в соло-лайне, я все отдал. У меня нету ничего абсолютно, но мы постараемся это все перебивать, но немного позже. Немного позже. Сапог я взял, это уже можно будет двигаться. А с фамильярами и подавно у меня будет намного легче все. Они под Т-шку смело загуливают из-за тараканов, потому что я вынужден их сбивать. Все, за Т-шку пошел, смотри, что делает. Вообще, что делает? Не попадешь ты там агрой, надо наперед бежать. О, Кату добил, найс. Ну что, ничего тут Лего под Т-шкой фармит у меня. Уважаемый, вы видите, у меня тут немного Легион фармит, вы можете помочь мне его забрать, если что. Ну, поможешь мне, или я сам буду убивать его? О, жесть. Какой же это кринж. Хорошо. Это жесть. Что-то ты очень много на Леге хочешь. Ну, давай подеремся. О, Рике еще пришел. Рике еще пришел. Нифига себе, тут что это такое? Веселуха какая-то. Что это такое? Так, транквилку. Транквилку, эрку, вот так вот и вот так вот. Есть. Сейчас уже шестой будет у меня. Там два инвиза. Это плохо. Опять надо дасты. Опять надо дасты. Да ты что? Ай, ну нет, если тараканов ловлю, автосмерть. Боже, какой же кринж. Тупо от таракана вдохну. Все, со мной пусть ребята встанут в лайне, иначе это и будет такой фит. Лего просто в тупую заходит под тавер, этот просто кидает тараканов, я ничего не могу сделать. Просто мне приходится убегать, и ничего не получается. И ничего не получается, к сожалению. Я не дождался своих артефактов, очень жаль. Тогда ушел на топ. Фамильяров так и не апнул, я это так печально на самом деле. Если бы я рано фамильяров апнул, я бы сам им отпор давал. А так не могу. Ну, создай. Так не могу. Никак дать. Вообще никак не могу. Ну, лайн нижний проигран вообще в салат. Вообще, кто только внизу не был. Очень плотно. Оппоненты что там? Перенаглели. Вивер перенаглел. Немного там где-то ТПшки не хватило. Где-то не хватило. Просто банальной аккуратности. Фармим. Фармим. Зато тяжелый старт, зато офигенно раскроем здесь видос. 100%. Дасты сейчас купим, сейчас базилку. Базилку и дасты надо. Гоу. Активничают пацаны. Дасты есть, базилка есть. Все, погнали. Я не фармлю. Так понятное дело, ты не фармишь. Огры есть. Ага, Лего тут. Кнопку даешь ему? Хорошо. Кнопку даешь. Он очень быстрый, Крис, а? Пойдет по красоте. А там стиль Легион. А то занаглели они чересчур. Нельзя так наглеть. Вы че, офигели что ли? Пацанам давайте поможем. По вардингу. Не справляются. Два саппорта у нас что-то. С повардингу. Немножко поможем ребятам. Немножко. И фармим. Первое, что сделаем, Володьку. Дальше доминатор. Володька, доминатор. Володька и доминатор. Старт тяжелый, но интересно будет. Легкий старт не так интересно было. А пока уплотняемся по чуть. Пока уплотняемся. Левел нужен. Левела совсем нету, обратите внимание. С левелом вообще беда.
Полка фармим аккуратненько. Мидас, конечно, вопросы с левелом. Менял. Так, сделаем. Хорошо. Опси отдал. Хорош, 15 армора имеем. Хорошо. Я бы вообще сверху бы мидас сейчас сделал бы. Кинкера гангануть. У меня ульта аппарата залетела. Кинкера попробую. Погнали, транквилла включилась. Очень быстро я сейчас буду. Обходим. Но уже очень далеко. Уже очень далеко. Не стой на аксе. Ты не видишь, что ли? Ой, таракан. Ну, я помогу им в любом случае. Хорошо, шуганули. Пойдет. Лайны запущены немного. Пока лесочек поколотим. Смотри, смотри, какой приставучий. Да ты что, еще и Рики тут. Чисто в 2 инви закрысят. Да ты что, подожди. И на того напал дядя. Не на того напали. Была бы мана еще. Была бы мана, сейчас бы как задушил я. Но нету душ. Сейчас бы как жмыхнул его. Душ нету, не с кого дэмэдж. Чисто мана наполнилась. На автомате закинул. Жалко, я прогулял всех сейчас фамильяров. Это очень плохо. Причем две пачки. 2 минуты теперь до 13 минуты. Без фамильяров это очень плохо. ТП есть. Кто в топ, может быть, пойдет сейчас. С Легой вопрос решить. Погнали. По идее, он меня не должен убивать здесь. Прям так нагло. Просто прогоним. И заэкспимся. Я бы такой бы сейчас вообще мидас бахнул бы. Потому что фарма очень много надо. Мидас сделаю. Драки это фарм, дядя. Тинкера забрали. Хорош, пойду. Возьму. Зачем выключаешь? Оставь. Боже, что с аксом? Друг на аксе, вы пьяны. Да. Не хватает дэмэджа, я не знаю где. Дамага. Не хватает. Вивера никак не словлю, а пьяный. Так, ладно. Не отступаем от своей задачи поставленной. Мне нужно сделать мидас. Вообще не котируется. Фармим. Фармим мидас, парни. Нужен мидас. Хорош, там соло Легу затушил. Огры. И нету именно того огра, прикиньте, который армор дает.
Жесть. Жестко. Сейчас меда сделаем. Не-не-не, кур надо. Хорошо. К 13 минуте медас. Это плохо, но тем не менее. Нам это необходимо. Нам медас нужен. По максимуму. Нам тут столько фарма предстоит. И катка, и еще катка будет интересная, между прочим. Выкинь ты ее. Хорошо. Я ребятам помог. Подстаню. Неплохо, по-моему. Хорошо. О, Лего прыгает. Дазл крест. Умничка. Поможи, делаю. Не делаю. Дай кнопки. Жесть, опять я фамильяра просадил. Опять. Этот убивать его собирает. А, они вдвоем там стоят, фармят. Окей. Так, армор. Ну, нам нужно чуть-чуть левела подфармить, потому что лайнинги очень слабо отстояли. Что я внизу, что на топе, что мид. И вместе. Чуть-чуть надо проапаться, жесть, ничего не добил. Ой, Крис, арак. Хорошо. Вивер делает вещи. Так, Вивера надо просто в дуэльку. Ой, в дуэльку, в игру поймать и все. И ГГ ему. Ребята в миду до сих пор работают. Но гол тоже поможем. Алхимик фармится, фармит инвиз. Неплохо, заберем. Рики почти диффуз. Погнали по чуть. Суету наведем. Вот тут КД, правда. Туши, туши, туши. Так, мне дали промах. Туши. Жесть там просто. Лопаются все от этого. От тинкера до кучи. Хорошо. Все умирают из-за того, что отсутствует армор. Сейчас мы этот момент поправим, типа, и, ну, типа, все реально будет на своих местах. Почему так моя команда переживает, я не понимаю. Так, фамильяр, подъем. Чуть подрегенимся. Пацаны зря парятся. Это фигня. Сейчас Володьку не спеша сделаем. И в артефакты выйдем. Все норм будет. Ну, убежал тупо. Пока фармим. Экспа золото. И камбэкнем. Все это мелочи. Когда у нас будет куча армора, Лего как раз таки сейчас апается. Иллюзия. Лего апается, куча армора будет. Будет вообще не проблема. Так. Хорошо, чуть остается. Чуть-чуть остается. Я звук слышал, как будто легион ударил по миллиару. Возможно, это и был легион. Лол. Это и был легион. Ой, да, ну как вовремя? Нажимаю даст, и да, и вот в такой лаг. Вот как в прошлой катке, то же самое. И я не удивлюсь, если я сейчас сдохну еще.
6. Нет, ну что это такое? О, убожество же есть. Ребята, какой же это кринж. Серьезно? Вопрос хороший. Ну то с чем что делать? Там аганим Вивера. Аганим у Вивера. Вивер аганим. Ну, Вивера теперь фул фокусить надо. Из-за его аганима. Из аганима. Так, ну у меня 25 армора. На данном этапе. И нужно бы сейчас нам лес так химика, да, фарма совсем нету. Химика, фарма совсем нету. Я не успеваю стакнуть. Так, сделаем. Нужны сентри теперь, куча сентрей. Тут, по-моему, лес, в лесу вард стоит, насколько я помню. О, смотри, брат. Смотри, что там. Тут вардик снимем. По идее, должен быть. Нету. Давайте вот сюда поставим. Блин, да лучше вот сюда поставим. Туда далеко не будем ставить. И вот здесь ткнем. Все вместе ходят нормально. Хорошо. Если что, под себя. Отлично. И медасим. Вроде так. Получилось сейчас подраться. Они вместе ходят. Тяжеловато их фокусить, конечно. Оу, попробуем. Там лего, правда, живой, но это не проблема. Рики. Хорошо. Так, доминатор. Доминатор сделаем. Есть домик. У нас есть, в принципе, определенное количество хитпоинтов. Возьмем гем. Гем. Как видите, камбэкаем уже. Уже за счет арморов. Он лего стоит. Будет тут кого-то цеплять сейчас. Нету стана. Ну, стан. Хорошо. Горелку ему дядь. Все, отлично. Ну вот и все, арморы начинают тащить. Арморы начинают тащить. Так, нужна мана. По чуть. Там у нас... Вивер, смотри, что делает. Так, ну надо. Огра надо. Сейчас, огра найдем. И выходим к Кирасу. Шиву сначала сделаем. Хорошо. Вот и все. Вопросики. Матросики. Вообще без проблем. 40 армора есть. Ой, смотри, смотри, что делает. Да что ж они так моих коров-то гоняют? Меня уже не гоняют, меня уже никто не трогает.
Лего тут. Хорошо. Акс прыгнет, брат. Хорошо. Но плохо, Акс что-то инициативу сейчас вообще не проявил на этот файт. Без МП, да там одной этой агры хватило бы. Ай-яй-яй-яй-яй, ну главное вот это сейчас. Ой, хорошо, все, выжили, я бы. Я бы. Что-то Вивер вообще всех злонит так люто, реально очень динамичная игра. Вот это та игра, которую мы в принципе хотели. Ля, зафармил моих фамильяров. Криса вонючая. Жесть, ты душнила. Сейчас гем возьму. Надо гем брать. Тут лего фармит. Так, ну я без фамильяра остался. Сейчас возьмем, наверное. Блин, давайте гем берем. И с гемом работаем. Стики продадим. На Мидасе. Мидас сделает свое дело. Типа, Мидас это пассивный фарм. Нет. Так, химику. Хорошо, но химику ГГ все равно. Там ракетницы поливают же есть. Ракетницы поливают. Фамильяр один остался, честно. Даже его сейвить не очень хочется, потому что от него толку от одного нет. Этот прям фамильяра фармит. Прям фармит. Шиву первым сделаем артефактом. В любом случае. Пока просто хладнокровно фармить надо и все. Девард. Так. Начнем, наверное, наш билд с мистика. Касаемо Шивы. Мне нужно найти огра. Блин, тараканы будут, конечно, огру по попе кусать. Огра надо. Армор я брать не буду. Сейчас. Сейчас армор не нужен. Хватает армора. Не хватает маны. Манапула. Манапула не хватает. Тинкер, конечно, через ракетницу играть будет, да? Очень сильно будет разбавлять дамагу. Это плохо. Это плохо. Ну, надо пробежаться, ребята. К шпиту. Идем. Резче. Фамильяр уже там. Крипов нету. Не могу Мидас. Это плохо. Дазла потеряли, скорее всего. Так, у меня ульта аппарата прилетела. Хорошо, это минус. Маега минусом. Так, тараканы. Но меня унесут сейчас. Куда ты? Куда парень пошел? Ладно, я фамильяров там вообще потерял. Вивер очень сильно душнили. Гем отдали. Очень неслаженно играем. Да что вы к этим фамильярам прицепились? Отстаньте. Что они от них хотят? Где огры вообще? О, найс. Нашел. Нашел огров. Хорошо. Лего там в минус армор. А у меня плюс армор будет. Так, у химика все плохо. Реально, очень плохо у химика.
Химика вообще овер, все плохо. А кого вы бьете? По шапке этому фамильяру, правильно? Нефиг выпендриваться. Так. Так возвращай, так надо ж вивера контрить. Да, уже все. И все, надо вивера. Так, вот это вот так, вот это вот так вот. Хорошо. Сейчас будем сами себе делать подстилку. Подстилку. Так, мистик имеем. Что теперь далее делаем? Впятером. Впятером. Сбор. И деф. Фармим. Впятером сбор и деф. Просто аксом прыгнуть в него. У нас алхимика очень мало. Надо принимать. Хорошо. Гейм-вивер. Тавр, да. Без варика вообще тавр надо идти. Иллюзия. Плохо. Ну вот так и должны камбэкнуть, по идее. Так и должны камбэкнуть. Да это иллюзия, че вы, блин, байтитесь так. Жесть там. Лича уже потеряли. Я, по идее, должен отлететь здесь. Хорошо. Там у них очень много магического дэмэджа с ракетницы. Жесть, как же ж они тут пробалансили на самом деле годно, пацаны. Кто играет в ВС. Пробалансили тем, что у них есть очень много магического урона. У нас фишка — это защита от физики. Очень лютая. Защита от физики. Ну, Аксу, да, пайпуху сделать какую-то. Одобряю. Одобряю. Пайпуху какую-то. Почти шива. Сейчас купим Plate Mail. И будем кайфовать. С Шивой можно будет хорошо работать. Так, Plate мне нужен. Пойдет. Смотри, 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 аппарат там. Ой, крыса. Все вы знаете. Все вы знаете. Прикинь, что делают, а? Как будто играем против... МХшников. Все они знают. О, это крест. А че у меня герой стоит? Иди давай. Вот так вот сосируем мы. Ахевича нормально все. По фарму. Так, я, кажется, сейчас фамильяров просру, да? Не будем фидить этими фамильярами. Смысл? Смысл фидить, лучше сразу пересоздам. Так, Шива есть. Кидай, сейчас же взорвется. Он его вернет сейчас, скорее всего.
Хорошо, поехала. Да ты шо? Вот этого задушу. Давай, давай, давай. Ну, дерусь. Нормально. Как же эти тараканы тушат, а? Жесть. Я очень-очень плотный, но не хватает этой плотности, чтобы прям, ну, стопроцентно уверенно как-то шагать. Чего-то не хватает все равно. Тинкера надо как-то перебивать. Не смог он убить его. Я огра потерял, кстати. Огру... Я не просто тут настолько много контроля сейчас. Визаж и так по контролю тяжеловат персонаж сам по себе. Я просто не успеваю ничего контролить. Просто не успеваю. Next кирасу делаем. Вообще лучше даггер, конечно, сделать. Чтобы с даггером можно было цепануть. У меня 50 армора. Просто 50 армора. Чтобы можно было с даггером цепануть, да? Вот тинкера того же. Он хекс делает. У нас нету никого, кто мог бы зацепить тинкера. По сути, у нас есть алхимик, есть акс. Но цеплять мы его не можем, тинкера. Почему? Потому что не можем. Я кирасу сделаю, короче. Надо типа... Толпой меня, не знаю, будут бить долго. Но они меня и не трогают даже. Можно дэмэдж, по сути, собрать здесь. Типа на пофиг, да, смысл? Смысл видоса теряется тогда. То есть, можно добивать, плиз. Спасибо. Я так на расслабоне ничего не добиваю. Вообще на расслабоне. Ладно. Химик. Химик Лаку купил бы. Экстинкер. А, нас, походу, тут переиграют в этой игре, потому что ребята что-то там чересчур агрессивно. Сентри, что ли, везде стоят. Найс. Хорошо. Так, фамильяры есть. Вот тут баф есть. Зацепит? Ой, хорош. Отлично. Спина гол. Ну, я бить буду. Хорош. Ой, вивер оттуда же. Гем. Кого гем там? Ой, сюда. Гем забрали, отлично. Найс. По кайфу. Жесть. Так, ну что, гол. Армор работает. Армор работает. Погнали. Знай, как они сейчас драку посрали. Меня вообще тупо никто не трогает даже. Меня тавр даже, в принципе, не пробивает. И вообще пофиг. Ну, на этом мы вытаскиваем, по сути. На этом мы вытаскиваем. На этом мы вытаскиваем. Сейчас кираса будет уже. Стармора. Туши, туши просто и все. Я не могу отойти. Сейчас хп кончились у меня тупо. Все, get back, I'm full. Уходим. Тупо хп кончились. 90 армора. Что там, драться собрались, ребят? 100 армора у меня есть, конечно, но... Мы что-то отдадим гем сейчас. Гем отдадим.
Это того не стоит. Смотри, они за мной бегут прям. За мной бежит. Эй, ты че там сам себя останавливаешь на огре? Надо принимать их. Вернул его. Давай, дуэль. Но не пробивает пока. 20 арморов, все, армор упал. Не убивает. Лего, брат, где дэмэдж? Ну, драться. Ой, хорош. Ой-ой-ой. Уф, каточка плюс армор. И плюс акс. Красава на аксе. Сделал все, что нужно сейчас. Пушечка. Ульту аппарата не поймать, только под себя надо смотреть, даже не закупаться. Жесть. Круто. Это работает. Так, ну что, Кираса? Кираса, ребят. Медасик дропнем. Кираса есть рошу. Очень люто, очень. Я потанчу. Мне АЕК, и я танчу. Все, вот так сделаем. Мне АЕГу, и я танчу. Мидас сразу продадим, потому что у меня сейчас слотов не будет. Слотов не будет. Очень жестко сейчас было, конечно. Прям ситуация накаляется. Так, 60 армора имеется, жалко. Огра потеряли мы. Танчу. Смотри. Что делает, а? Армора у меня много. Армора много. Гема нету с нами. Отойти. Не потянем. Ну типа 100 армора есть, да, но... Толку, у нас не спушится. О, огры есть. Найс. Бьют. Забрали Егу опять. У меня много армора, 80. Жалко. Это плохо. Я дерусь уже. Не могу выйти. Стучки надо выйти. Дерусь. Не дерусь. Ну, 60 армора. Ну-ка, пробафай меня, дядь. Меня просто тут толпой в рот дают, да? Вы зачем ушли на деф? Мы либо деремся в рашпите, либо уходим все вместе. Можете написать? Надо было там оставаться и драться. Ну зря уходить, ну смысл уже. Уже все вместе стоим, да? Ладно, придется байбайк жать, да? Все, гоу, гем забираем. Деф. Акс не допрыгивает никогда, не может прыгнуть нормально. Но это проигрыш, походу. Кнопку даешь? Души его с руки. Ну-ну-ну, давай-давай-давай, далее-далее-далее-далее. А Егу тоже, вот этого туда. Смотри, куда заходит в упор. Дайте кнопки ему. Он его на базу вернул. На базу вернул тупо тинкера. Акс, ты так не поймаешь никого, дядь.
Ты не поймаешь никого. За ним полетело. Давай, 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 дальше. Жесть, какую я суету навожу. Либо вот это, либо того. Во, найс. Ну, я замерз, скорее всего. Да. Но еще есть фамильяры. Давай на дуэльку меня, дядь. Куда собрался? Простанем. Дальше, дальше, дальше. Жесть, как мы сноуболим. Уф. Обожаю эту игру. Все. По низу. Не могут зайти, пацаны. Просто не хватает им сил. И в танковом очень много, и жесть. Аксу немножко надо... Немножко надо четче прыгать. Тогда вообще будет пофиг на все. Чуть-чуть четче, и будет все огонь. Не успеваю огра. С огром немножко проблема. Огры у нас кончаются, огры. Не можем мы. Хорошо, погнали. Армора очень много, вообще пофиг. Хорошо, погнали. Давайте вот так сделаем. Я не могу выйти с этой пачки толпы. Так, я кнопку не поймал, это радует. Есть какая суета происходит тут. Тараканы летят, ракеты летят, все летит. Так, армор упал. Отойдем. Сюда выйдем. Вот так вот. Вот так вот, выведите их сюда. Вот. Рики туда же можно. А, я дуэль. Не дуэль, это поймал. А мне сейчас, скорее всего, жопу рвать тут будут. Да, я без байбека. Куда меня форсанули? Дай-дай-дай выйти. Ладно, уже дерусь, пофиг уже. Ой-ой-ой, гем. Хорош. Жесть, сколько грязи, да? Тараканы летят, все летит. Ужас. Акс с Тараской, почему не танчит? Что за кринж? Транквилу, продавай, убегай. Я ору. Там просто на меня аппарат кнопки накидывает. И это плохо. Если он на меня кнопку накидывает, ничего не получается делать. Вообще ничего. 60 секунд, если по дефаем. Надо цеплять их. Они очень много откидывают. Очень много грязи. Рики Марус, опять гем, да, гем Рики. Рики. 40 сек. Хорош. Подержитесь. Тараканов не лови, да. Улич, чайник, чайник! Кинь, кинь чайник, пофиг. Пусть летит. Вивер залагал, походу, да, видели? Блин, ну так нечестно, если он залагал. Алхимик ходит, склянку выкинуть не может. Брат, соберись, там БКБшка. Крест. Красава, бро. Красавы, дефнули. Отлично, молодцы. Все, ракетницы пошли. Тинкер пошел, ракетницы. Пах, пах, пах. Дефнули. Так, ну и я встаю. Я встаю. Я встаю. Надо, походу, тоже дагер взять. Да, ха, тучка. Вовсе не медведь. Гема нету? Гема ни одного нету. Горение ему просто даешь, ему будет весело.
Стой, дядь. Ты никуда не уйдешь на холодильнике. Слушай его. Неужели уйдет, прикинь? Печально. Это печально. Это печально. Мидефну. Так, что нам нужно желательно тут собрать? Если честно, я очень хочу собрать БКБ. Потому что тогда я смогу сам заинициировать. Сам заинициировать. Армора у нас хватает. Если честно, тут вообще не до выполнения задач с ограми. Потому что, блин... Огур дает армора, да, по сути. Но не хватает какой-то вот такой вот активности, да. Не хватает дополнительного зацепа. Дополнительно. Не хватает дополнительного зацепа. 70 армора есть, но гем вивер. Не хватает дополнительного зацепа. Нужно какой-то вот... Саппорты забыли, что они должны делать. Вон у лича есть золото, он не покупает. Соберитесь. Все так напишем. Вот тут можно зацепить, да? Он один стоит. Транквилла надо поменять на тревела. Это первое, что нужно сделать. Погнали. Тинкер, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Вообще, ой, какой врыв, бро. Не очень. Хорошо. Хорошо. Да, давай бей меня, братан. У меня с 80 армора, и ты бежишь бить меня. Бежишь бить меня, дядь. Ты не поймай моего. А вот этого можно. Он на него, блин, канулся. Что там у нас дальше продолжается, да? Погнали. Если попадет... Ой, попал, хорош. Но не можем дальше. Нету стана какого-то еще допа. Допа какого-то нету. Давайте попробуем фамильяров наперед провести. Химик мид дефнит, если что. Хорошо, танчим. 80 армора имеется. Б. Уходим. Уходим. Не надо тут драться. Фарм. Фарм собираем, и норм будет. Иллюзии. Иллюзии надо, чтобы кто-то... Алхимик бы за... А, у него радика нету. Или Акс плюс... Думаю, насчет ласт-слота. Вообще, в идеале тут бы какой-то хекс зашел, потому что зацеп еще допом, да, вот вивера. Там ни линки, ничего нету. Никакого зацепа там нету. Вот, и я подумал, почему бы и нет. Но можно и, в принципе, и даггер, и сатаник сейчас доделать, типа, чтобы жирнее быть, да. Но, опять-таки, жира у меня хватает. У нас не хватает зацепа, именно в зацепе проблема у нас. Именно не цепляем мы, да, вот так вот. Как должны. Ух, алхимик сейчас фарманю. Красава, брат, фарми. Фарми. Смотрите, каталашки загрелись на моих фамильяров. Что-то они их не любят. Так, Рошана отдали, да? Вся третья минута. Очень жестко, конечно.
Я, честно, не знаю, байбек оставлять или манту. Так, фамильяры в базе. Фу-фу-фу. Каточка прям. Серьезная, киберкотлетная. Тревела хочу очень. Очень хочется тревела. Улетаем, это опасно. Давайте тревел купим. Транквилу разберем. Тревел купим, транквилу разберем. Вообще можно было и лотар сделать, и молнию здесь, чтобы раздамаживать, да? Первое, что мы купим, это тревел. Чтобы побыстрее быть. А если мы сейчас еще и докупим... Давайте пару сентрей, во-первых. Чтобы можно было подраться. Пару сентрей. Внизу Вера бегает. Опасно, низ уже очень близко. Сейчас Лего просто прыгает, тут забирает лича. И алхимик очень опасно стоит, открыто. Очень открыто стоит. Так, в миду аппарат. Здесь у нас шишир. Да? О, цепанули, а что толку? Я не могу помочь, дядь. Лего идет. Или кто-то с мида бежит. Блин, жесткая игра. Сплитовать решили нас, да? А Еги нету. А Еги нету. Они решили нас сплетануть, короче. Внизу файт. Поможем. Оставляем. Тут уже это не столь важно. Простаню. Эх, не простанил. Чалька. Это настоящая собачка. Ну, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Не могу двигаться. Хорош, цепанул. Мне дает. Меня сливает, братан. У меня армора жопой-лопой. Эх, не просто. А, простанил, найс. Это аппарата. Тут вот так сделаем. Так, нас там срезали, и это отпушит, засранец. Да. Я буду драться. То есть у нас мид сломали. Мид сломали. Вот это, конечно, крысиное нападение. Это, конечно, крысина. Понятно, очень сильно растянутые драки. Очень сильно. Так, ну тогда выбор другой у нас тут. Надо брать дэмэдж. Если уж настолько все плохо. Дэмэдж и идти ломать. Правильно. Акса там бьют, но фамильяры вылетели. Когда они там долетят, непонятно. Дэмэдж берем. А дэмэдж какой, спросите вы? Это, конечно же, можно рапиру, можно МКБ. Но давайте сделаем, наверное... Блин, вот это дилемма, да? Давайте рапиру, пофиг. Пофиг. Мид. Челы. Сломать надо. Хотя бы мид.
Все, игра у меня, как обычно, остановилась. Это мой интернет, знакомьтесь, это нормально, абсолютно. Конченый провайдер, вообще-то терпеть его не могу. Надо миллион лет повисеть, залагать, все. Ну вот я сколько времени, да, теряю сейчас? О, жесть. Тридцать секунд, жестко. Где вы там? Зачем ты? Погнали. Хрен мы зайдем, мне кажется. Пойдем. Хотя бы одну сторону сломать уже будет хорошо. У нас все очень плохо. Зацепил, хорош. Но я простою, скорее всего, тут вот так вот. Да ты посмотри, как он свои тучи моросит. Легу зацепим. Так, алхимик опять лопнул. Акса тушит. Помогу чуть-чуть. Пушим. Не уходите в Т4. Т4, ребята, уходят. Лего в мид пошел. Но должны успеть сломать. Базла потеряли, да? Я ломаю до талова. Бей. Дазл до сих пор бегает. Я просто от аппарата, я не попадаю, и бей! Алхимик, куда ты побежал? Куда алхимик побежал? Это жестко. Кажется, мы это сейчас не дефнем. Не могу тараканом сбить, блин. По КБшку надо. Дефаем. Тинкера заберем. Заберем тинкера. Мне главное сейчас не умереть. Там лего пушит еще. Да. Жесть! Химик слил тут игру вот этим мувом, что он начал бегать, просто нужно было допушить. ГГ! Ребят, ну вот такой вот у нас получился видос. В целом, эту катку мы всадили. Какие наши ошибки были? Конечно, возможно, недостатка БКБ здесь, но... ХЗ, честно, ХЗ. В целом, катка очень лютая. Алхимик 5.15, 2.21 лич. Жесть. Ребята, как вы так сыграли, я, если честно, не понимаю. Но, тем не менее, видос у нас вот такой вот выходит. Так, короче, хорош трепаться, погнали еще игру. Ну что это за игра? Ну нафиг такое поражение. Давайте нормальную игру, чтобы было показано, как люто тащит плюс армор. Так, ну что, ребята, ну и загружается у нас, я надеюсь, крайняя катка на сегодня, потому что это уже у нас перерастает видео в глобальный гайд на хаоса, который я писал. 18 игр, к сожалению, не дают нам записывать, не хотят. Не хотят они поучаствовать в реализации этой грандиозной фановой идеи, а именно, что если плюс армор, посмотреть, как вообще физик дэмэдж будет вноситься, когда у нас будет огромное количество армора. Если честно, я немного не понимаю, почему у нас это не получается. Ребята прям вот заходят и специально хейтят эту тему всю, специально хейтят, а мы все... крепчаем и крепчаем, но все равно как-то мораль все равно немножко проседает и... крайне тяжеловато становится с этой всей темы, ребят. И надеюсь, на этой игре, надеюсь, у нас получится таки дописать это видео. Несмотря на первые две катки, которые у нас получились. Она лузовая. Потом у нас получилась фановая начальная. Ранняя. Ну и тем не менее. Ох, очень тяжело, очень тяжело. Будем стараться. Но опять по пику там. Ну, физики есть у нас. Два физика, третий и... ну, больше магии тут. Магии больше.
Все равно магии больше здесь у оппонентов, нежели чем физики. Ну, будем стараться. Давайте попробуем эту катку на вкус. Let's go. Закупаемся по стандартику и погнали. И погнали. Магии там очень много у оппонентов. Физики, к сожалению, намного меньше. Сама задача этого видоса, это, конечно же, показать, насколько это круто, когда много армора и против именно физиков. Не против магии. Против магии физика никак не катит. То есть тут есть такие небольшие погрешности. Но и тем не менее, будем стараться в этой игре. Ребятки, не забывайте поддерживать лайком, подпиской. Буду очень признателен, если будете помогать двигаться вперед. Не будете запихивать палки в колеса, как это делают некоторые при записи видосов. Ребята, спасибо всем, кто поддерживает. Реально, очень ценю вашу поддержку. Реально, истинных фанатов поддержку, которые действительно помогают двигаться вперед. И не блочат наше движение специально. Это реально очень важно, потому что это отнимает огромное количество времени. Если ребята специально пытаются руинить, это крайне тяжело. Сразу под вопрос видос становится. Сразу под защиту. Во, вот тут парень уже понял и берет ЕСа, чтобы можно было заруинить видео. Криса Рак. Вообще жесть. Так, ну лайнинг у меня в принципе не сложный. Нужно тут просто пофармить. Сейчас возьмем next стики. Очень хочется сделать мидас. Во всех катках делаю на мидас на визаже. И реально очень неплохо заходит тем, что очень много экспы вы апаете с мидаса. А экспа визажу очень так нужна. Чем раньше вы прокачаете все его способности, тем становится намного лучше. Намного лучше. Так, есть. Оп, хорошо, добил. Надеюсь, в этой карте меня сильно тут душить не будут. А то прошлую катку, да? Какая жесткая была прошлая игра, ребят. И фиф. Легион затушил таки, перебил нашу армористую основу. Ну как перебил? Он просто начал пушить, да, чисто. Как это говорят? Давай дерись 5 на 5, зачем сплит пушишь? Давай по-мужски, да, мы выскочим. Есть такое, но не суть. Не суть. По рофлу. По рофлу ребята делают. Если бы ребята делали по рофлу, а не на победу, да, плеили, то было бы вообще кайфно. Очень быстро и легко видосы писались бы, и причем были бы настолько фановые. Именно фановые, самый смысл, ребятки, не забывайте этих видосов, это фан. Видос должен быть веселый. Либо не напряжный такой, знаете, чтобы было прям приятно, налегке смотреть. Красивая картинка, хорошие разговоры. Хорошее общение в чате, это все по кайфу. Нежели когда есть какой-то негатив, палки в колесах и тому подобное. Да, иногда, к сожалению, это бывает, но это плохо. Когда такое бывает. Конечно, это плохо. Но это бывает. К сожалению, ребят, к сожалению, бывает. Спасибо тем, кто помогает, друзья. Реально, респект. Смотрите. Конкретно по этой игре задача у нас все такая же стандартная. Постараемся брать огра. Лич у нас имеется. Мы немножко поменяли составы. Не хватает нам, если честно, рук. Руки-крюки. И фармим сейчас медасик. Надеюсь, быстренько выфармим. Еще было бы хорошо. Если немного попозадрачивать. Оп, вот так вот хотя бы. Пару тычечек даешь? Или нафиг идешь? Алхимик, склянку начал напрягать. Почувствовали про лаг? Такой был. Самая первая склянка алхимика всегда дает лаг. Всегда. Вот, и... Такой я почувствовал про лаг какой-то, да? Посмотрю, смотрю сразу на алхимика, думаю, ну по-любому там склянка. Раз, смотрю, реально там склянка. Так, тиник там убивает нашего алхимоса. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Ну, справимся, думаю. Эти мне тут пытаются мешать. Таракашки вонючие. Два таракана на лайне. Чисто один свиноподобный, другой быкоподобный, да? Два таракана. По фарму пока норм идет. Норм идет пока что по фарму.
Норм идет по фарму. 700 золотых уже есть. Но где-то к 6 минуте, если так фарм будет идти, к 6 минуте мы покупаем Мидас. К 6 минуте. Я сколько ему уже напихал, да, тычек? ЕС бы уже давно на базу пошел. Но ЕС не подходит, видите, в этом проблема. Он стоит на расстоянии. Хорошо, когда перчатку берешь, легче лосхитить. Тычка резче. Перезарядка тычки чуть побыстрее идет. И можно прям... Давай, свинью, бро, порежем. В бочину ему. А ну бежит. Хорошо, Акс молодец, подработали низ. Пойдет. Души есть, можно поесть. Души есть, можно поесть. Сейчас Мидас возьмем уже. Ну, к 6 минуте, как и сказал. Но это фраг еще добавился у нас тут, да? Можно попробовать его забрать, но мне кажется, мало что у меня получится. Хорошо. Вот так вот делаем. Отлично. ЕС крысит, да? Хорошо. Пойдет. Я думал, не получится у меня его забрать. Но, тем не менее, получилось! Получилось! Фамильяры не слушаются. Не хотят двигаться. Так, берем вот такую тему. Вот сюда куру. Мидасим! Мидасим, ребят. ЕСа забрали разочек, это хорошо. Я, наверное, уже реально достал вас с этим визажом. Потому что... Ну, реально достал. Сколько уже игр, да, на нем? Вот это третья игра на видосе на визаже. Я думаю, даже и просмотры на этом видосе не будут высокими, потому что этот герой никому не интересен. Абсолютно. Он неинтересный. Он просто людям неинтересный, этот герой. Хотя герой очень сильный. Крепкий. Только ДПС может его сливать очень хорошо. Крепкий, сильный герой. ДПС, да, легко сливает его. Сразу. У этого персонажа 15% родного резиста. Я не помню, говорил я уже нет, как на каких-то из играх на этом герое. По-любому, гайде я это говорил 100%. Один из слабейших резистов. Доты это вот... Визаж. Но он именно пробалансен. Из-за зарядов. У него же третий это заряды. И они позволяют... Куда ты поехала? Позволяет добавить ему немного этого резиста. Это он от меня сейчас, у него что, мапхак что ли? Он начал так от меня мансить. Видели, как эта свинюка начала мансить от меня? Жалко, нету маны. Блин, ну, бегали, дазл таки умер. То есть, жалко. Видели, свинюка начала тут в сторону уходить от меня? Чё, ты софт, что ли, имеешь? Крыса-рак? Ладно. Так, ну это вот такая тема, это вот такая тема. Вот такая вот тема. Я хочу тебя забрать. Не дает. Отстань от меня, да?
6. Он меня ударил. Что ударял, что не ударял, вообще не почувствовал. Что ударял, что не ударял. Это визаж. Не пробьешь ты меня? Там некор идет? Нет, только не некролайт. Я не хочу на рипера. Не хочу на рипера. Вот так сделаю еще. Все, я пошел. Там этот фамильяр бедолага один оставшийся. То есть пойдем меда с ним и на базу. Еса, чуть не побил. Армора много не пробивают на ранней стадии, да? Пока ты эти собьешь заряды. Пока собьешь заряды, уже солнце сядет. Не люблю, когда вот так вот, да, забирают, вот как вот сейчас забрал. Ну, одним фамильяром я не выфармлю их. Эти кемпы. Пока что пойдет все спокойненько, плавненько по каточке идет. Тиник там что-то бушует иногда, да? Так, у меня почти есть Володька. Дазл фармит. Хорошо. Дазл фармит. Тут ультани просто в него, да и все. Тиник пришел. Но у него еще даггера нет, ничего нету. Пойдет, пока что тушим. По четенькому. По четенькому. Да это каталашки, у них какой-то ненормальный. Они типа думают по механике игры, что это строение. Вот 100%. Типа, наверное, по механике думают, что это строение. Поэтому начинают атаковать. Фамильяров. Жесть. Так, пойдем туда. Фамильяров на мид отправляешь. Сам внизу чуть пофармлю. Там есы бегают. Так, 1500 есть. Это Володька, ребята. Володька, почти. Очень не хотел такого слабого крипа кидать. Мидасы, блин, так неудобно. У меня бинда, получается, нету сейчас. Бинда этого. Бинда круга силы у меня нету. И из-за этого проблема. Не могу куру быстренько там. Образно, если что-то надо закупить. Не могу круг силы и на базу портануться. Приходится от руки это все делать. От руки неприятно. Так, есть Володька. Стартовый артефакт один есть. Это армор. На команду, на движуху, на всю эту. Оп, он чуть арморчик дает. Че, погнали подеремся? Че стоять? Стоять неинтересно. Свинью или кого? Кого? Килл любого. Сларк. Сларка не хочу. Сларка не хочу, опасно. Корову, свинович. Вот это вот. Хорошо. Ух ты. Акс уже здесь стоит. Ой, Акс. Господи, Тини. Сорян, ребят, это просто у меня уже шестая игра. Я просто не могу даже мысли свои выражать правильно. Шестая подряд где-то, по-моему, игра. Я не знаю уже, потому что не можем отписать. То как-то, ну, плохо все получается у нас. Вот как-то вот, вот такие вот все игры. А ты что? Сильный такой на тине. Сильный тиник. Смотри, идет до Талова. Идет до Талова. Клайки. Сларк пришел еще. Крысить. Ой, если бы кинуть успел. Жмыхнули бы. Yes.
Хорош. Отлично, вот командная работа. Командная работа. Блин, они все обходят. Такое ощущение, будто какие-то мапхацкеры, да? Куда не пойдешь, постоянно начинают обходить. Что-то как тут, блин, даже не верится, что они как-то вот так вот играют, да? Очень странно плеют. Хорошо. Прям легкий фраг получился. И я почти хп не потерял. Дазл помог. Его на топчик пойдем, наверное, сейчас. Добил. Дазлик добил таки. Так, у Тини Лотар. У Тини еще и Лотар появился, это плохо. Гол туда на топ. Так, наша задача. Возьмем Транквил. Правильно. И еще армора. Квилу. Пойдем медасить. Через shift будут садиться? Да, садятся. Хорошо. Будем юзать. Next возьмем сейчас этот армор. Пассивку. Потому что Тини будет грязь делать. Ой, хорош. Это иллюзия, по-моему. Так, нам сейчас главное найти огра. И можно работать. Можно работать. Пойдет. 30 армора есть. 37 армора имеем. 16 минуты, 37 армора. Но это заряды, 70%. Смягчение у меня сейчас. Должно все получиться. Акс, молодец у нас в этой катке, бодро делает. Бодро. Так, имеется. Дофармливаем тут быстренько. Сейчас нужно взять с бокового магазинчика, купить доминатор. И работаем. Хорошо. Иллюзия ЕСа. Добиваем. Хорошо. И телепорт. Мидас не буду кидать в этого слабого крипа, слабого левела. Я мидас кину в большого крипа. И надо сейчас тут прочекать наличие огра. Нам нужен огр. Огр армор и лич армор, они стакаются. Это годно. Это годно. Так, левел даешь. Хорошо. Хорошо. Сларк внизу. Ой-ой-ой, с некролутом. И с этим еще каменный гигант. Гем опять придется носить. Как катка была, да? Ес этот фармят. А огра можно? Найти где-то. Огра где-то хочу найти. Огр надо. Во, есть огр. Хорошо. Так я могу только сейчас тут сдохнуть от Тиника прокаста. Вот так делаю. Хорошо. Можем начинать. Парни. Можем начинать по чуть. Медалька есть одна. Сейчас вот этого чувака захилю. Лич армор первого левела.
У лича первый левел, армор. Я замедлил его. Не-не-не-не-не, нормально. Я, скорее всего, будет тиник тут нападать. Так, мне нужен еще курьер вот этого вот сюда. Давайте куру себе купим, потому что тяжеловато. Соло-курьер надо. Соло-кура нужна. Отлично, соточку там просят ребята. Так, ну у меня армор уже имеется. Какой-никакой. Какой-никакой армор имеется. Оп, хорош. Ух, тушим. Что там бегает этот тини? Так, 38 армора есть. Где мой огрик? Огрик идет. Наконец-таки. Огрик идет. Армора. 66 сейчас. Это под дазлом. И все, собираем кирасы, шивы. Кирасы, шивы. Дазло. Хорошо. Этого чувака тоже бафаем. Чуть по 20 армора уже. Просто нифига не имея армора, по сути, да? Вот у меня 45. Танчо, смотрите, просто мне ничего не наносится, по сути. Кайф. Ну, то, что нужно. То, что нужно по этой игре. Сейчас еще купим плейт. Плейтмейл купим. Лечу левел надо, чтобы он замаксил. Хорошо. Так, это не мой курьер был, хорошо. Шиву собираем. Интересно, как долго я буду Рошана бить? То есть у меня армора очень много. Смогу ли я его как-то вообще вытанковывать, да, Рошана? У меня сейчас 2 отхила. 2 отхила, сейчас посмотрим, как-то смогу я его вытанковывать вообще. Да, вытанковываю Рошана, можно смело забирать. Никогда, если честно, не проверял, но смотрите. Вот надо даже отвечать, как такому человеку ответить? Даже отвечать не буду. Жесть, вообще не пробивает просто. Еще. Это плохо. Куда пошел? Так, вот этого вот сюда, вот этого вот так вот. Хорошо. Пойдет. Очень жестко душем надо перефармливать просто. 49 армора. 50. Оп, 62. Хорошо. Фармим. Парни. Все получится. Подзагнобили немного оппонентов. Подзагнобили немного. Так, огрика на базу. Хотя можно к себе его рядом прислать. Шиву надо дофармливать. Чуть дофармливаем Шиву. В принципе, копейка остается. Немного. До Шивы копейка. Потом кирасу. Правда, химик страдает.
Так, берем вот эту штучку и вот сюда. Пока что все ровно. Пойдет по чуть. Косарик остается до Шивы. Огрик стоит. Огрика тоже подконтривают. Подконтривать Огрика надо еще. Так, куча. Очень много контроля на визажа падает. Реально очень много. Огра под контри. Визажей там, этих фамильярчиков там дропни. Нормально там сделай. Это жесть. Очень много контроля. Так, ну меньше тысячи Шива. Меньше тысячи. Меньше тысячи. Сейчас Мидас будет еще. У меня, по сути, своего армора очень много. Так, на экспу мне, в принципе, уже можно не давать. Золото надо. Мидас. Золото надо именно. Хорошо. Почти есть. Отходим на базу. Опасно тут сейчас находиться. Можно стик продать, в принципе. У меня уже все будет тогда. 45 армора есть. Так, огоним Дазла. Надо спросить у ребят, где Дазла огоним. Шива есть. 50 армора. 50 армора без бафов. Что-то не в тот район ты забрел, брат. Не в тот район. Один вообще жесть, тяжело. Так, лич меня бафнул. Лич 13-й баф. Лич, апай. Ба. Плюсы у него есть, хорошо. Вот так. 85 армора сюда. 85, найс. Четыре, нормально. 71. Бафает. Дазл, там солар надо еще. Солар надо. Ну, пошло дело. Потанчим. Так, ну танкуем. Армор. Ох, меня там побить захотел. Но меня даже в принципе никто не бьет. Реально. Меня даже бить никто не хочет. Да у меня есть столько армора, что типа... Меня бить никто не хочет, по сути. Фамильяров потерял. Отходим. Кираса нужна. И бафы. Огра регенит почти. Мне нужно. Тому тоже можно бафы кидать. 27 армора у Акса. Тоже неплохо. Пусть Огр хилится. Хорош. 68 армора. Опа. 76. Что там вот это вот? Жесть. Ходит за этим алхимиком. Блин, надо было не трансмутить, а перебафать. Перебафать. Так, ну дофармливаем Кирасу. Кирасу. Когда-то будет же Аганим там. Пацана. Тини меня не убьет с руки. Можно, кстати, будет загулять так, чтобы... Если что, мне помогли.
76 армора. Это очень бодро. Добрый вечер, как говорится. Так, фамильяров шип. Вот это вот так. Хорошо. Вот это вот так вот. И 1300. 2000. 2К кераса. Еще керасу сделаем. Но в любом случае мне кераса нужна. Армор допом. Я фармить. Аганим дазлу. Сделай. И рефреш. И рефрешку бы еще. Ребята тупо в фарм ушли. Плюс 150. Дядька. Пацаны решили там пойти подраться. Мне чуть-чуть остается, да. И раз идем дофармить. Пацаны там зачем-то ломают, короче, все. Зачем ломаете? Надо же затушить еще. Так, Мидас косарик, давайте Мидас тогда дропнем. Надо бафаться. Бафаться. Хорошо. 70 армора. 6. 70 армора есть. Отлично. Семьдесят армора лично тупо у меня. Бафы пошли. Опа. А там 84. Нету до сих пор у дазла аганима. До сих пор у дазла нету аганима. Три минуты и будет так, нафиг. Я тогда продавал слоты, вот тут застрял. Сейчас задушим. Семьдесят армора. Но это еще не все арты на армор. Блин, но не получается все равно сделать то, как именно хотелось. Если тут прыгать будет, не надо. Зачем это делаешь? Зачем? Бафы. 80 пошло. Армора. 90. Ну, немного. Соларов нету. 90 армора. Мне вообще пофиг, я тут под тэшками гуляю. Реально. Вообще в салат эту игру. То есть пойду под Т4 стану. Просто вообще не дамажит. Не дамажит. Пойдем еще плейт мейл купим. Еще плейт мейл. Так, Огрик, выходи оттуда. My life for Nezu. 94 армора. Так.
Мало армора, говорит. И Акса надо кинуть. 34. Сейчас Огрика напряжем. Огрика. Сто один армор просто без особых бафов. Там медалька. И все. В этой катке динамики как таковой не имеется. Такой лютой, чтобы интерес был, да? Вот первые две катки более-менее такие. А тут уже... Гоу. Пробафают пацаны. Соточки армора пошло. Ой, бро, камон. Сто двадцать армора там. Ух ты, нету больше армора. Все, кончился армор, извините. Было 120 армора. Блин, но вот в этой катке, да, как-то все-таки что-то, да, да получилось. Все-таки какой-то армор мы здесь показали. В любом случае, 120 армора, достигнутая цель была. Что в первой, что вот в этой катке, в шестой. В шестой катке, по-моему, если не ошибаюсь. И вроде неплохо, вроде неплохо. Жалко, тут динамики такой нету. То есть там Тини влетает, просто ДПСом сносит. Но очень сильно защищен я от физики. Очень сильно. Ничего не сделали. Вообще жесть. Надо медальки еще. Медальку. Рефреш. Химик, купи рефреш. Дазлу. Давайте дазлу, рефреш купим, ё-моё. Вообще жесть. Армурчик имеется. Если честно, больше чем, по-моему, 60 армора нет смысла вообще делать. Больше чем 70 армора. О, у Акса тоже можно забафать, смотрите. Вместе с Аксом сейчас забафаемся. Вот у меня 70 армора, да? Огр нужен. Огр нужен. Где-то нужен нам огр. Огра надо поймать. Если огра сейчас поймаем, будет хорошо. Нет огров. Будем ждать еще. Давайте фамильяров не будем поднимать. Просто так поконтрим, а тут что-то с этим контролем вообще же есть. Перепутал все. Перепутался. 75 армора. Это хорошо. Можно, конечно, керасой добить. Еще керасу. Выфармить. Керасу. 200. Добивай, че. Добивай, если 200. Не, по сути, тоже можно керасу апнуть. Сатаник, керасу, да, до конца. По максимуму. Вот 80 армора, да, без, по сути, бафов. Огра. Огра еще. Не то. Огрик нужен. 93 армора. Уже 93 армора только что было. Набафано, да? Нужен огр, и с огром уже соточка-то точно будет. Тут ЕС клепает. Соточка точно будет. Огра, огра, огра. Огра даешь. Вот тут сейчас быстро сливаем. Быстренько слили. А волки. Нету. Надо огра. Огра надо. Где-то у нас надо найти огра.
Плейтмейлы самая хорошая вещь. Очень много армора дают. 10 просто. Сходу десяточку тебе на. 84% смягчения сейчас физики. Это очень много. То есть, образно, если там 100 урона, да, то 15 только доходит. То есть, да что ж такое-то? Сейчас огра пока найдем. Да, огра вообще терять нельзя. 93. Армор. Сто три. Ча, огр. О. Хорошо, 102. Что там у Дазла? Гоним? Есть. Нашел. Нашел уже. Так, ну я готов. Соточка армора есть. Кирас можно добить было бы еще, да? Типа, ну, до кучи. Еще плюс 5 каких-то арморов. Го, низ. Зайду. Танкану. Миллиаров сюда. Это вот так. 117. Найс. Просто. И дазл еще забафает. Сейчас дазл у нас пятерых сейчас забафает. Вообще по кайфу будет. Я бы такой кирасу бы еще. Скиньтесь. Погнали и нападем. И гоу. Сейчас скинемся и пойдем. Так, миллиаров сюда увести. Жесть, такая многозадачная сейчас. Все не упустите. Вот сейчас максимальный результат в игре. Сколько сможем добиться? Оппоненты сейчас на очке. Мы их немножко придавили. Хорошо. Хорошо. Так, это есть. Healing slaves. Slave, fucking slaves. Мне кажется, этого хватит вполне. Летит кура. Так, ну через 90 секунд только будем пробовать. Жесть, 100 армора. Оп, 101. А под лоу хп у меня еще больше армора будет. Дазл там у него этот же, ой, Транквилла. Этот включится. Грифс. Грифс включится. Так, вот так вот. 94. Оп. 111. 111 армора. Дазл два раза бафнет. Будет жесть. Жестко. 100 армора просто. Ходишь, 100 армора в катке. 90% смягчения. То есть 101 армор. Что это за мега-танк? Создали мега-танга, 101 мега-танга. Мега-танка создали, 111 армор. Жесть. Что с ним делать? Как его пробивать с руки? Как его с руки пробивать? Как его пробивать с руки? Два раза. Погнали. Хорошо.
Ой-ой-ой, смотри, как меня домогнул. Но сейчас Рипер убьет меня. Ай, крысы же есть. Так и не дали, да, комбу заделать. Прикинь, какие крысы, а. Дазлу помогу, фамильярами. Прикинь, там 120 армора плюсом. Меня просто с магией убили. Просто с магией умер. Мне рипера дали и дали еще прокаст тени. Вот Криса, а? Жалко, не показала, да, вот эта тема? Не показывает нас как. Я уже, честно, устал от этого видео. Этот плюс, армор. Минимальный фан тут. Какая-то максимально грозная, серьезная какая-то задача же есть. Год закончим. Уже надо зайти. Пафнутыми. И все. Для галочки. Для галочки бафнутыми зайти. Хорошо. Отлично. Побежали. 70 армора родного. Это хорошо. Огра я опять слил. Опять огра нет. Сорян. Я опять огра потерял, ребята. Опять полдня огра исходил. Уважаемый огр, найдись. Найдись. 80 армор. Ну, огр там все равно немного дает, да? Если тут девятка, там, по-моему, шестерка. Там шестерка, по-моему. 130 армора. Чувак, а он меня с руки, видели, ударил. На ЕСе. На ЕСе, чувак, ударил. Видели, ЕС меня там ударил, что-то с 400 уроном. Рипер, там Аега или... Нет, там не Аега. А, нормально. Нормально. Баф нет сейчас два раза. Рипер же, а Ганим, где твой? Во, пошло. Хорошо, 120 армора имеется. Гоу, зайду. Да ты что? У меня 120 армора, дядь. 130. О, креветку приняли. 80. Блин, это жестко на самом деле с этими арморами. Очень жестко. Очень много армора, прям нереальное количество. Вот соточка армора просто, вот стабильно. Сто армора тупо. Жестко. 120 там. 90% смягчения. 90. 88. Ну 89, 88, смотрите. 90 есть. 90% смягчения урона достигнуто. Жесть вообще просто. Просто жестко. У Акса сколько там? Ну, у Акса тоже 80 смягчения. Блин, но все-таки задача у нас такие получилась, ребят. Такие мы справились с этой задачей. Максимально у нас получилось сделать то, что получилось сделать. У нас это вышло. У нас это полностью вышло. О, химик, что там? Бабочки какие-то. Бей-бей-бей. Бей-бей-бей. Жесть, этот рипера мне дал или что, с руки.
Задушил. Фу! Наконец-то мы это отписали, ребят. Получилось у нас сделать огромное количество армора. 90% смягчения. 90% у Акса тоже, смотрите, 85%. Это жесть. Но по убыванию доты, к сожалению, нету, да, почти 100% вот этого армора. Оно где-то будет, это по убыванию доты, это 100% смягчение. Но если тут будут прям цифры 1-1-1-1-1-1, вот такие вот. И тем не менее, у нас все-таки видос закончился. Получилось у нас эта тема 90% смягчения дэмэджа. Мы получили сегодня 120 армора плюсом. Это очень много. 130, 120, реально очень много. На этом все. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ребятки, обязательно поставьте лайк. Не забудьте оставить свой добрый комментарий по поводу всей вот этой ситуации. И напишите, какая катка вам понравилась и где что можно было добавить. Конечно же, это тоже приветствуется. На этом все, друзья. С вами был Ксаназис и до скорого.